Уже второй день осваивает гармонь мой 10-й ребенок, мой 6-й сын Алексеев Егор Владимирович, один из моих 15 детей, 9 сыновей. Что играем, Егорушка? Это танец-то по слуху, по телевизору или по компьютеру кто-то играл, да? Да. Какой-то мужичок там, я помню. Молодец. Всем советую разводить больше детей, покупать им гармонии, ну не такие за 100 рублей, как у меня, а получше. А? Угу. Давайте им, и вот все, на второй день уже играет. Это же очень просто. Вы не знаете способность своих детей. Ваши дети еще лучше моих.